надеемся на то, что сезон у нас будет процветать. Но что-то мало людей приезжает в Крым. Хотя здесь такие пейзажные места, они сравнятся, грубо говоря, с Краснодарским побережьем. Крым намного чище моря, намного чище воздух. Вы практически, находясь в Крыму, находитесь в середине Черного моря. Переживания были, конечно, что мост взорвут, не дай бог, либо тут какой-то теракт будет. Переживали. А слава богу, этого удалось избежать. В данный момент некие обстоятельства со спецоперацией. Людям большинство очень страшно сюда ехать. И казалось бы, вот мы сидим сейчас на пляже, отдыхаем, все классно, вроде все спокойно, но по сути здесь за забором, скажем так, по-соседски, идут боевые действия. И, конечно, да. Поэтому мы привыкли здесь сейчас жить и наслаждаться моментом, и не думать, не бояться завтрашнего дня.